телефона. Вечер 23 декабря в одном из гаражных кооперативов в Пролетарском районе Твери только что задержан человек, подозреваемый в изготовлении и сбытии наркотиков. Операцию проводят сотрудники управления наркоконтроля регионального ОМВД при поддержке сотрудников отряда спецназначения «Гром». А вы сами потребляете наркотики? Пробовал, но как? Наркоманом не являюсь. Вам сколько лет? 36. Давай, заводи. Где? По признанию самого задержанного, этот гараж он приобрел не так давно. Машины в гараже нет, зато есть вот этот пакет, готовый к реализации синтетический наркотик мефедрон. Больше килограмма. А еще более 100 литров прекурсоров для изготовления наркотика. Все обнаруженное изъято. По оперативным данным, изготовленный мефедрон задержанный сбывал через интернет-магазин, через тайники-закладки. Сотрудники наркополиции установили за подозрительным гаражом наблюдение. И вскоре при попытке сбыта очередной партии свежеприготовленного зелья подозреваемый был задержан. Внутри автомобильного гаража он организовал настоящую лабораторию. Но надежды задержанного на быстрое и солидное обогащение не оправдались. Еще раз напомним, наказание за такого рода преступления в России сурово. Задержанный может не увидеть свободу еще минимум 15 лет. Отвечают по закону и те, кто извлекает припрятанные наркотики из тайников закладок. 26 декабря суд изберет задержанному жителю Твери меру пресечения.